Начало весны ознаменовалось приездом заместителя посла США в России Лин Трейси в Якутск. Основной целью визита якобы было знакомство с якутской культурой. Она посетила ярмарку народного творчества, где зачитала готовый текст со стандартными словами любви к Якутии. Я рада побывать в республике Саха и в городе Якутске и принять участие в этом празднике якутского искусства и культуры. Во время ее выступления на сцену рвался один из местных мастеров. Его сразу же остановили. Дом дружбы народов приперлась вот эта фифа, которая обещает нам светлое, что привезет двоих косторезов. Неужели вы не понимаете, люди, что вот такие, как она, сейчас на Донбассе, в Югославии разжигают рознь? Я был в рядах самообороны в Симферополе, когда это все начиналось. Именно связи между людьми позволят пережить спады и подъемы в наши отношения и обеспечить стабильность и безопасность для будущих поколений россиян и американцев. Я очень хочу узнать еще больше об этом регионе и встретиться с широким кругом жителей Якутска. Желаю успеха всем участникам форума. Нахождение вот этой фифы недопустимо. Она, что называется, дает печеньки, снимает скальп и при этом применяет санкции. Свои настоящие чувства к Якутии она проявила сразу после церемонии, отказавшись пообщаться с местной прессой. Миссис Трейси, можно несколько вопросов? В это время ярмарку посетила семья беженцев из Донбасса. Они высказали свое мнение по поводу приезда американского дипломата. Почему Америка так нас, ну, на Украине ненавидит, будем так говорить? Если Россия поставляет нам продукты питания, то есть, ну, помогает людям, а Америка старается поставить только оружие, то есть нас уничтожить. Ну, за что? А вы довольны в целом, ну, как встретили вас в Якутии? Ой, очень довольны, нам очень нравится, мы, ну, нас приняли тепло, очень тепло. Хоть, ну, и, как говорится, и одеждой помогли, и жилье у нас, крыша над головой есть, и морально, и работа, мы работаем прямо на территории, ну, то есть, замечательно. Параллельно с ярмаркой на центральной площади города Якутска прошел одиночный пикет. Но я против политики, двойственной политики США, против того, что они фактически развязали гражданскую войну, насильственным образом сменили власть на Украине, в Ливии, во многих других странах. Истинная цель визита раскрылась лишь вечером. Заходом солнца она встретилась с якутскими членами проамериканского клуба «Ротари», где за закрытыми дверями прошло совещание.